17 июля в Москве полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич провел рабочую встречу с президентом АвтоВАЗа Николя Мором и председателем совета директоров Сергеем Скворцовым. Стороны обсудили перспективы развития завода и расширения взаимодействия с отечественными поставщиками. Самый крупный производитель легковых автомобилей в России до недавнего времени терпел убытки. 2017 год радует положительной динамикой. Объем продаж вырос на 13%. Помогает и работа с местными поставщиками. Свою лепту в создание автомобилей вносит и Ульяновск. На предприятиях нашего региона, таких как Ульяновская «Токата» и Димитровградский «Автосвет», занимаются созданием фар, стекол, кресел. Изначально мы договорились о том и настаиваем на этом, что АвтоВАЗ должен остаться центром компетенции легкового автомобилестроения. У АвтоВАЗа для этого всего есть. Мы договорились, что в ближайшее время уже детально по каждой компании, по каждому направлению работы пройдем и посмотрим в рамках конкретных дорожных карт, каким образом реализовать эти проекты. Анна Тищенко, новости «Ульяновской правды».